Привет! Наконец-таки обучение, и этот курс посвящен работе с коммерческим видео. Я в рамках трех уроков покажу тебе, как можно проработать каждый этап продакшн, а именно работу с музыкальным сопровождением, саунд-дизайном и работу с голосом. Ну и, конечно же, на финале покажу, как это все свести и примерно, чтобы это хорошо звучало. Ну а вообще курс был сделан вместе с Егором Панковским. Это крутой видеомейкер, с которым мы сделали не один проект уже коммерческий, а недавно вместе с ним в команде под руководством Константина Иронина, чья задумка это и была, мы сделали короткометражный фильм под названием «Пургаторион». Скоро, я думаю, вы его посмотрите тоже у меня на канале. А вообще будет, кстати, бэкстейджи подобных проектов. Очень много интересных фильмов короткометражных сейчас приходится делать, коммерческого видео, и все это будем освещать. Кстати, будут прямые трансляции работы, да, с проектами в Discord-канале. Подписывайся, ссылочка ниже. Ну, в общем, больше нечего сказать, попрошу только подписаться тебя, поставить там колокольчик какой-то, ну там что-то вот подкрутить и написать хотя бы парочку полезных там добрых слов за то, что я вообще освещаю такие темы и стараюсь полезности делать для тебя из мира саунд-дизайна. Вот, все, давай, погнали смотреть. Три урока будет подряд выходить, так что вперед. Привет! Это бесплатный обещанный мини-курс по саунд-дизайну для видеомейкеров, который мы вместе с Антоном Бустером, вы можете его знать по нашей работе Feel the Sound of Tokyo, он делал полностью саунд-диз. Также мы с ним работали над еще не вышедшей на этом канале, но в скором времени она появится, коммерческой работы для бренда Atomos, поэтому с Антоном я знаком давно. Сейчас вы смотрите первый урок из трех больших уроков. Этот урок посвящен теоретической части, что такое саунд-дизайн, потому что у ребят возникает вопрос, они называют саунд-дизайном все что угодно. MediaCube Mavi. Ultra high brightness. Solutions for any business. Что вас на этом мини-курсе ждет? Знакомство с VST-плагинами, ознакомление с самими рабочими процессами изнутри. Антон возьмет отрывок из фильма «Трансформеры» и сделает ему полностью с нуля озвучку, саунд-дизайн. Люди просили играть нас по их правилам. Что ж, теперь правила поменялись. А также я сам лично снял большую креативную работу, для которой Антон с нуля написал музыку, озвучку, подобрал звуки. Для тех, кто досмотрит этот мини-курс до конца, в последнем уроке в описании будет пак звуков от бустера, SFX-ов, которые он сам лично сделал, обработал, и вы можете бесплатно получить их в свое использование. Знаете, быть фрилансером в эру киберпанка та еще задачка. За заказами приходится буквально охотиться. Бегаешь за заказчиками, следишь, устраняешь конкурентов. Кстати, если ты классный специально охота начинается уже и на тебя. Круговорот лисиц и кроликов, нули и единиц. Короче, постоянный напряг. Материалы для работы принадлежат корпорациям, как и все в сети. А результат нужен уже к пятнице. Изволь купить ассеты за свои кровные. Я отдал глаз за набор переходов в прошлом месяце. Но ищущий всегда найдет. Ходят слухи о группе креаторов, которые распространяют бесплатные знания и ассеты для свободных видеомейкеров. Естественно, все эти данные распространяются нелегально. А раннеры вне закона. Ходят слухи о новинке. Пак звука для саунд-дизайна. За него стоит рискнуть, это точно.
со скрылями мир. И пусть это может стоить нам жизни. Ссылку на парк мы оставим в описании. Друзья, в ближайшее время мы запускаем созвоны с экспертами, и это будут крутые коллаборации, где мы будем в рамках одного, скажем так, часа освещать интересные вопросы, темы раскрывать, да, связанные с звуковой индустрией. И поэтому я попрошу вас поддержать нас, подписаться на наш Discord-канал, подписаться на мой Telegram, чтобы знать, когда это все будет происходить, и участвовать активно и развиваться вместе с нами. Все, продолжай смотреть. Я делаю видео и очень часто делаю и звук. Я беру вжухи, я беру в уши, я беру клемпы, там всякие чик-фау, фью. Подкладываю музыку с Epidemic Sound, я занимаюсь саунд-дизайном. Если говорить, что такое саунд-дизайн и вот чем ты занимаешься, ты больше занимаешься аудиомонтажом, но со своим, скажем так, видением, чувством стиля, чувством вкуса и пониманием каких-то базовых приемов, скажем так. То есть ты понимаешь, что переход кадра мы видим, да, какой-то, следовательно, что может быть классика звуковых переходов, там, в уши, импакты, там, хиты, да, то есть в зависимости от того, с чем ты работаешь. Но истинный саунд-дизайн, скажем так, это немножко про другое. Подозревал, что это другое. Есть еще такое понятие, извините, перебил, как синтез звука, монтаж звука, и для меня это все всегда вот, ну, я как бы понимаю по смыслу этимологически, то есть монтаж звука, окей, я беру просто кусочки звука, из них складываю какую-то композицию звуковую. Саунд-дизайн, само понятие дизайн, предполагает, что ты как бы звук, ты им манипулируешь. Все правильно. Ну, во-первых, у тебя хорошо работает ассоциативное мышление. Плюс ты вот забежал вперед, что есть куча различных приемов. И если ты понимаешь, как устроен звук и как он формируется в формате там АЧХ, той же, да, динамической обработки, ого-го, сколько всего, соответственно, воплотить с помощью звука. Саунд-дизайн, по сути своей, это больше именно креативный и творческий такой подход. Именно, да, все правильно, дизайн. Плюс наложено это все на скиллы твоего там сведения, написания там, к примеру, музыки, да, плюс работы там с голосом, постобработки. И вот эти все кирпичики складывают тебя как раз в специалиста. Это то же самое, что я бы тебя сейчас спросил. А вот я режиссер, если я снял вот этот видео, вот этот отрывочек и вот этот отрывочек и склеил. Как ты считаешь, классный я режиссер? Я хотел уточнить все эти вопросики, так для начала, чтобы у нас был базис, о чем мы вообще говорим. Я в свое время просто занимался музыкой, не профессионально, но я имею, да, какие-то базовые представления о сведении, о там эквализации, компрессии. Мне это действительно помогает. Если так взглянуть на вот саунд-дизайнеров, которые предлагают свои услуги, это так или иначе ребята, связанные с музыкой. Сфера вообще, точка входа в эту профессию, вот где она? Точка соприкосновения со звуком, конечно, помогает тебе определить хоть какой-то маломальский вектор, да, кто-то идет в написание битов, кто-то идет там бегать с рекордером по полям, записывать и делать сэмплы, кто-то пишет на стоке конкретно, да, определенную стилистическую музыку. Точка входа совершенно разная. Был бы интерес именно к этой сфере. Мы берем там первый раз, да, фотоаппарат, да, или там, не знаю, какой-нибудь новый гаджет, там, с бит-машинку. Всегда мы начинаем изучать детально, да, погружаться и стараться что-то новое узнать и что-то сотворить. После чего вот этот процесс откладывается у нас в голове, и мы понимаем, а почему бы не попробовать еще что-то новое? Плюс, да, мы забываем игровую индустрию, кто-то наигрался в игры и зацепил там звук. Кто-то начинает делать углубление именно в киношную, да, тему. Понимаем, что это совершенно разные, скажем так, разные вообще ниши, принципы базовые, да, и они работают везде. То есть главное просто понимать, с чем ты работаешь, воспитывать чувство стиля, чувство вкуса. Омега Дерм. Антивозрастной крем Омега 369. Свисфарм Женева.
Зубная паста Клеросепт. Не такая, как другие. Уникальная отбеливающая линейка от Сплат. Защиту от бактерий обеспечат ионы цинка и серебра. Сплат Спешл. Свежие эмоции на каждый день. Если ты хочешь дальше развиваться вместе с нами, делать такие же крутые интересные проекты, получать обучающий материал, ну и вообще в целом развиваться в звуковой индустрии, для вас я сделал Boosty. Это подписчики, которые ценят труд и стараются поддерживать подобных контент-мейкеров. Ну и в целом есть, конечно же, куча материала подобного, бэкстейджа, разбора проектов, который иногда просто лежит мертвым грузом, и этим хочется делиться, но делиться с теми, кто это ценит вообще. Так что подписывайся на мое Boosty, ссылочка в описании. Там уже есть мастер-класс закрытый и 10 советов, как работать с проектами, вообще вести порядочек. Поэтому жду тебя там, буду рад подписке. Я так подозреваю, очень много ребят сейчас туда пришло, кто писал и биты какие-то, и баловался с каким-то электронным звуком. И к чему вопрос? Есть ли у вас демпинг? Касательно демпинга, он на рынке везде есть, во всех, мне кажется, сферах. Каждый специалист, который формирует себя, он хочет быть нужным. Но не все готовы платить сразу хорошие деньги новичкам. А потом ты понимаешь, твои скиллы растут, растет и прайс, и уже и демпинг не нужен, и ты понимаешь, что люди сами приходят к тебе и хотят с тобой работать. Вопрос более по технической части. В чем ты работаешь? Я Ableton пользуюсь бесплатной версией, стучу на лаунчпаде. Мне хватает для минимальных задач. Я уверен, что будут вопросы, какие DAO бывают, есть ли бесплатные. Вот скажи, есть ли бесплатные еще какие-то? Тот же Reaper, на самом деле, он, во-первых, каждое практически DAO дает триал 30 дней. Reaper плюс он сам по себе там недорогой, по-моему, долларов 40 для обычной лицензии. То есть если ты там не супер коммерческие голливудские фильмы делаешь. Много разных сейчас секвенсоров, это там Logic, Pro Tools, Reaper, то есть на вкус и цвет, скажем так. На самом деле адаптироваться можно к любому секвенсору, к любой программе. Если ты будешь театральный саунд-дизайн делать или там, не знаю, с музыкой, да, работать, и ты всегда работал, сводил в FL, пожалуйста. Если конкретно с видео, то, наверное, лучше все-таки посмотреть более комфортные, удобные вот эти DAO. А можешь назвать самые популярные сейчас DAO? На рынке Reaper знаю, да, то есть Pro Tools был, остается. А, Ableton, да, Reaper, наверное, второй Logic, третий, может быть, Logic. Ну, то есть у каждого своя вот это, скажем так, топ-10. Но знаю, что Reaper, Ableton, Logic, они достаточно такие закрепившиеся на рынке. А монтажные программы, насколько они, именно видеомонтажные программы? Есть свои сложности, то есть там тех же посылов, постобработки, да, то есть это VST-плагины. Когда я сталкивался с этим, то были траблы именно в корректной работе их, то есть там задержки где-то какие-то, то есть она заточена именно, да, под видео, почему делят там Premiere на, с After Effects. Тут то же самое касательно простого монтажа, простых переходов, если мы не подразумеваем какой-то лейринг, опять же синтез, там запись с микрофонами, с последующей обработкой, то почему нет? Конечно, это вполне, ты можешь сделать уже три каких-то определенных, если ты понимаешь, как он, как устроен саунд-дизайн, ты можешь наложить три звука там определенного характера и получить желаемый.
ты назвал синтез звука. Можешь подробнее раскрыть, что именно такое синтез звука? Что такое звук? Это волна, которую формируют из там, тонов, обертонов, частот разных. Синтез сам по себе, он как раз об этом. Берем последовательно какую-то определенную волну и начинаем ее обрабатывать. Есть название, да, модульный синтез, модульный синтезатор, аналоговый модульный синтезатор. Это как раз об этом. Частоту, осциллятор, грубо говоря, да, накручиваем ее и начинаем видоизменять. Накручивают определенный звук, который им нужен, да, там, под какой-то фрейм, под какую-то игру. Расскажи мне немножко о таких ребятах, как Фоли, студии, где у них где они топчут какой-то гравий, стучат по столу и делают много-много таких интересных вещей. Все про фоули артистов и про field recording, про фоули, там, работу с синхронными шумами, узнают именно прикоснувшись к саунд-дизайну. Но на самом деле в индустрии продакшена, конечно, все делится. Есть люди, которые занимаются непосредственно синхронными шумами, есть саунд-дизайнеры, есть звукорежиссеры, композиторы. То есть у нас же это все объединено, скажем так, у специалиста. То есть чем больше у тебя скиллов, тем ты круче. Фоули-артисты занимаются непосредственно работой с синхронными шумами. Синхронные шумы — это то, что мы видим в кадре. То есть кто-то одел куртку, кто-то наступил на там, скользкую какую-то поверхность. Глядя на кадр, подбирают определенные там, вещи, там, какие-то объекты, там, смотря с чем, что озвучивают, с чем работают, и начинают делать это все в синхрон, чтобы было правдоподобно. Грубо говоря, оживляют картинку. Саунд-дизайнеры в наше время умеют и вот это делать, потому что это напрямую как раз зависит, как будет выглядеть, звучать твоя картинка там, в том или ином проекте. Моя аудитория в основном, как ты понимаешь, это ребята, кто делает видео. Тема звука, она очень тесно переплетена с темой визуала, вообще восприятие звука, многие его недооценивают, я постараюсь объяснять то, что это половина вообще всего восприятия, и с отличной картинкой, но с плохим звуком, там, с реверберацией, с шумами, будет восприниматься отвратительно. Лучше тогда пусть будет такая себе картинка, но звук зато чётенький. Как вообще найти саунд-дизайнера? Я правильно понимаю, что можно прийти в Google, в интернет, просто вбить там саунд-дизайнер Москва? Отличных ребят, которые делают крутой звук, очень много на тех же площадках, где и вы выкладываетесь. То есть это те же Behance, это те же Vimeo. Смотря, опять же, в какой нише. Допустим, в игровой индустрии немножко по-другому все это. И там больше работает, ну, по опыту скажу, это сарафанное радио. Нужен ли вообще мощный компьютер для саунд-дизайна? Чем больше оперативки, тем лучше, чем... Если ты работаешь в игровой индустрии, там, понятное дело, еще видеокарта, да, у тебя, чтобы ты игровые движки тянул. ПК, взять рекордер какой-то, да, там, либо микрофон с аудиокартой, чтобы был доступ к звуку, именно записи звука, чтобы ты прикасался и понимал, как он записывается, как он работает, обрабатывается, да, и как он может звучать в одной и другой сцене совершенно по-разному. Ну, понятное дело, если мы говорим о качественной работе со звуком, то мониторинг. Мониторинг — это наушники хорошие, да, по возможности, да, студийные мониторы там под ваше помещение. Вопрос из разряда классики, но монитор — это же экран. В чем отличие именно студийных мониторов от просто аудиосистемы? Студийные мониторы имеют более, скажем так, ровную АЧХ, это самое главное, чтобы мы могли работать корректно со звуком. Все уши разные, разные колонки по-разному звучат, но в целом как бы слышим мы одни и те же частоты. И добиться вот этого идеального баланса у каждой компании получается по-разному. Вот. Ты коснулся аудиорекордеров, у меня два, очень люблю их.
Можешь ли ты порекомендовать, может быть, конкретные модели, бренды, на что стоит обратить внимание ребятам, кто заинтересуется, такие наверняка будут? Зумы, да, желательно там последние версии, и Тоскамы, ну такие вот. Вот у меня Тоскамы. Да, те, которые я опробовал, протестировал и принял решение, что под мои задачи этого хватает. Вот эти фирмы, они зарекомендовали себя более-менее. Ну, Zoom и Tascam — это то же самое, что я бы, думаю, тоже назвал. Самые известные и, наверное, качественные. Интересно про VST коснуться немножко темы. Можно ли сказать, что на текущий момент, в принципе, VST плагины на том уровне, что они могут эмулировать аналоговые железки без каких-либо потерь? Спорный вопрос, конечно. В любом случае, то, что цифра растет и качество там эмуляции, там всяких кабинетов, аналоговых штучек, 100% растет. Вот эта вся постобработка и доведение, да, до нужного результата, она в любом случае завязана на разных цепочках и разном опыте. Один и тот же плагин VST, одна и та же коробочка у разных людей будет давать разный результат. Твой опыт, твоя наслушанность этой цепочки обработок и дают твою какую-то уникальность. Сейчас, мне кажется, что наступил тот момент, когда можно, ну, полностью заменить все цифрой, получать плюс-минус похожий, близкий результат, а при этом оставаться в рамках вот этой супермобильности. Не знаю, у тебя инструмент рабочий, допустим, MacBook. Вот, MacBook, у тебя там наушники какие-то к нему и вот микрофон по USB. По сути, ты можешь заниматься сейчас с этой профессией, с таким сетапом. Это, ну, действительно, вот этот прогресс, это вообще, ну, революция, скажем так, в как раз во многих индустриях. А многие гитаристы уходят на компы, в принципе, заменяют все свои педалборды кабинета просто эмуляцией, теми же самыми гитар-ригами, и вполне себе комфортно существуют. Бонусы от меня — это будут, будет набор сэмплов, да, библиотека звуков и лайфхаки, как я работаю именно с теми или иными задачками. А это, мне кажется, самое вообще бесценное. При том, что пак, можно сказать, что ты делаешь своими руками. Непосредственно я записываю эти звуки, обрабатываю. Пак будет в последнем уроке бонусом для тех, кто посмотрит все. Тогда мы переходим к следующему уроку. Будем делать трансформеров.